Все готовы? Сейчас, подожди, да. Можно кофточку надеть? Да. А к слову, у нас же этот, новичок на стене. Еще можно построить дом! Из чего, из чего, из чего? Я знаю. Грязи. Гениально! Потому что мозг что для того, чтобы думать, херейт? Миния какая-то, Алла Пугачева какая-то у нее там, у Булыж. Стройматериалы строится дом. Чем можно забить гвоздь? А чем можно? Молотком? Да хоть головой. Икзанила, она такая же прочная. Не-не, а, ну да, да. А-а-а, там можно было написать инструментом! А я написал... У нас просто ментальная связь. У нас это, да, это ментальная. Сфигали. Берешь огнетушитель... И он пробивается. Та-т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 а, пока не вбивается. Да, последний раз телефоном забивала гвоздь. В общем, рассказываю. Недавно был такой случай, мне нужно было забить гвоздь. У меня ничего не было под рукой. У меня был мой старый телефон, который вообще сломан. Я решила им забить. Назовите то, что согревает вас. Пишите плед, плед, плед. Это самое, что меня согревает. Любовь. Пожар. Хорош, хорош. Нормально, нормально. Обогреватель, обогреватель. Тоже. Как часто ты электроплитой согреваешься? Но я не согреваюсь, но она меня согревает. Вы посмотрите на вот это вот, просто посмотрите. Нормально, гениально. Обнимашечки, господи. Как продлить слово, да, на пару букв? Назовите самый большой страх Херейда. Ну, давайте я вам признаюсь. Вот самый большой страх это... Господи. Я с ними так хорошо знаком. Я с собой не так хорошо знаком. Карандаш? Карандашу нет вопросов, да? Ну, все хорошо. Да вообще нет, знаешь, вот есть у меня одна история, вот, я в детском садике вот, был, да. Там вот просто у меня просто этот, друг был, вот, он, короче, карандаш... Ты Джона Уика встретил? Он карандаш точил, короче, в Джоне Уике в фильме Джон Уик карандашом! Да! Да, вот, вот откуда, ну, вот. Вот! Да. Вы вообще думали, я просто так карандаш написал? Назовите самую большую часть своего тела. А такое можно писать? Нет. У меня самая большая часть тела это 100% гидроэлектростанция. Офигеть, кстати. Туловище. Вот. Что? У тебя самая большая часть тела это колени. У меня вопрос как к Данилу. Это мышца, а не часть тела. Да, это не часть это тела. Это часть тела. Это мышца. Мышца. Часть это отдельная часть. Рука, нога, туловище, голова. То есть мышца это не часть тела? Нет, это нет. Мышца. А часть чего это? Ну, слушай, тела. По такой логике и мозг это часть тела. Но конечно. Это нормально. Кто любит кушать Эдисон? Что ты любишь, Эд? Что ты любишь, да? Кашу. Ну ладно, ладно, ладно. Я люблю морепродукты. Я люблю. Шампиньоны. Шампиньоны. Шампиньоны, а не шампиньоны. Назовите любой гарнир. А что это? Что это? Это типа, вы не знаете, что такое гарнир? Позор! Да. А пиши, может, у нас это по-другому называется. Где? В Уфе? У меня! В голове? У мугарчиков! Да! Макарошечки. Могли бы по-русски сказать! Гарнир это то, что идет к котлеткам. Пюре, гречка, макароны. Что значит стандарт? Вы могли мне сказать, назови то, что можно кушать с этим. Печенка это не гарнир, это основное. Ну, смысл... Это я откуда знаю? У него тоже нарушение правил. Как видишь, нет. Давай, к началу его туда отправим.
Всегда мечтал купить аккаунт, уже забаненный на Хайпикселе? Тогда скипай эту рекламу, ведь это не про нас. В нашем магазине ты можешь получить лицензионный ключ Minecraft, который ты можешь активировать на своем личном аккаунте, а также Discord Nitro и Optifine плащи. Copper Store. Исполняй свои мечты, покупая за гроши. Как бы вы назвали своего ребенка? Фига себе, ты заранее уже знаешь, как назовешь. Экзанил, пиши унитаз. Это Аня, Юля, Оля, Марк, Ярик, Алекс. Я не знаю, но это 8 букв, пиздец, могло быть хуже. Уф, ты посмотри. И у него даже на одну букву больше, чем у меня, Наталья. Ну, такое имя на самом деле. А сына срак. Ну, формально ты копаться нельзя. Не надо ничего объяснять. Не надо же объяснять ничего. Есть сына мама срак, есть папа Данилович, срак. Да, есть. Какая у тебя фамилия? Не скажу. В смысле, скажи. Какая у него фамилия, кстати? Подожди, я сейчас посмотрю. Ломбарди. Ломбарджини моя фамилия. Или... Ломбард, сыносрак, Иксданилович. Ну, в принципе. Даниэлиус Ломбарди. Даниэль, да. Чем занимается Ярик? Ну, сейчас жрет, но это 4 буквы. Наслаждается можно еще, кстати. Кстати. Эд, давай ты признаешься, что ты украл у меня! Я далеко не уехал! Он украл у меня серии, когда я написал прокрастинирую, то я украл у него массажирую. Пищи перерабатывай! Просто сидим, кибербулим Ярика. Как бы вы назвали собственный город? Иксдолина! Корбиленд. Так, это очень хороший, конечно, вопрос. Не повезло жителям моего города. Да в смысле двух букв не хватает? Нет, трех не хватило! Старопердунова! Но это заслуживает. Да, да, это заслуживает. Заслуживает. Слушайте, ребят, ну первый раунд и все. Я вас уже закукошил. В первом раунде закукошил. У нас тут разница 4 блока. Просто я не играла, понимаешь?